Раньше огнепоклонники не закапывали трупы умерших в землю, а складывали их на башни, чтобы трупов поедали птицы. Сейчас мы приехали к тем самым заострийским башням. Едем к следующему городу. Ехать нам 374 километра. Дорога не живописная. Практически все время едем по пустыне. Сейчас вот остановились сделать небольшой привальчик. Проехали только 100 километров. Тут хотя бы хоть какие-то деревья есть. Не помню, говорил я до этого в предыдущих выпусках, что в Иране не так часто встречаются заправки. Поэтому, если видите заправку, желательно заправляйтесь. Мы уже заправляемся, если у нас хотя бы полбака, все, сразу заправляемся. Также мы сейчас вот едем на следующую заправку, которая нам попадется, чтобы там можно было сходить в туалет и покушать, потому что практически на всех заправках есть маленькие кафешки. Доехали мы до заправочки, заправились на 320 тысяч риал, это составляет 32 литра. До намеченной цели нам остается 60 километров, и мы идем в кафе. Hello. How are you? Okay. Thank you. Country Россия. I am country Россия. Russia. Region was Putin. Путин. Who? Впервые в кафе у нас возникло недопонимание, и нам мы заказали один кебаб из курицы, один из мяса и один рис. Нам принесли два риса, два кебаба из мяса, один кебаб из курицы. В общем, все бы намешали. Мы покушали на 400 тысяч риал, а заправили полный бак на 320 тысяч риал. Вы будете в шоке, но на данный момент бензин в Иране стоит где-то 6 рублей литр. Буду погибать молодым. Дорогие друзья, мы приехали в Никши Рустам. Стоимость входного билета 200 тысяч риал. На самом деле не понимаю, зачем платить, когда все видно с дороги. Мне кажется, если была бы у них возможность, они бы просто отгородили бы каким-нибудь колпаком, чтобы не было видно с дороги. Но, наверное, это очень затратно финансово сделать такой колпак. Поэтому они сделали забор, чтобы вы не смогли подойти поближе. Но с дороги все прекрасно видно. А вовнутрь я вообще не вижу смысла ходить, потому что мы с Дашей были в подобных уже местах. Внутри этих гробниц ничего нету, просто комната и там типа таких, как это сказать, нары, что ли. Мы приехали в древний город Персиполис, а точнее на его развалины, то, что от него осталось. Это что-то наподобие того, что мы видели в Турции, в Эфесе. Вход стоит 200 тысяч человека, и сейчас мы вам его покажем.
Мы доехали до Розового озера, но, к сожалению, от озера ничего не осталось. Воды совершенно нет, только высохшее дно. В самом начале, там, когда мы заезжали, были такие лужи розового цвета, но озера нет. Мы хотели на машине заехать подальше, но увидели следы, то есть кто-то пытался тоже заехать, и это привело вот к такому вот провалу. Поэтому ездить по озеру небезопасно. Озеро называется Мерхалу, и весной и поздней осенью здесь должна быть розовая вода, и получаются просто потрясающие фотографии. Приехали в город, поставили тачку, а рядом дед стоял и начал выезжать. Он газовал, как старый разъяренный медведь. Еле выехал, он там в какую-то клумбу колесами заехал. Жаль, я не заснял это все. Хотел песню спеть в микрофон, попросить у дяди. Может, что-нибудь скажу тоже. Раз, раз. Хорош. Раз. Раз, 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 яйца тряс. Проверка студийной аппаратуры. Россия. Русь. Закончились запасы фруктовые, надо пополнять. Какой я увидел гранат. Он какой-то прям аж черный. Такие гранаты вижу вообще первый раз. Оп, где фокус, фокус, фокус. Фокуса нет. А, ну это айва. Это я не очень люблю. Обычный гранат. Огурчик. Курма. 25 000 мандаринов. Мандаринов надо купить. О, какой мандарин. Хороший. Вот такую штучку хочу попробовать. Кстати, почему-то у всех разные пробки. Это лимонный джус. Вот мальчик на меня тут смотрит пристально. Вот он стоит. Модник. Жилетка у него, рубашечка, бабочка. Да? Ты жених? Понятно. Дарит мне вот лимончик. Лимонный сок. Возьми, пожалуйста. А как ты его будешь пить? Он чисто такой виду добавляет. Да? Так как цифры иранские мы до сих пор не выучили, все продавцы нам указывают цифры на калькуляторе. Ну, стандартный набор практически, только сегодня еще купили хурму. Яблоки, бананы, мандарины. Но, к сожалению, здесь не было тех самых персиков. Может быть, их уже здесь и не будет. Ладно, пробуем лимонный сок, который купил Александр. Я, пожалуй, предоставлю ему эту возможность попробовать. Так, пробуем. Mm-hmm.
это очень кисло. Я даже, знаете, как... Я сразу проглотил, потому что если это попадет на зубы, зубы развалятся сразу. И вообще, как мне кажется, я выпил какой-то серной кислоты, что ли. Короче, кошмар. Мы идем в зеркальный мавзолей Саида Аладдина Хусейна. Очень он красивый. Там сказки просто. Что нельзя с собой проносить? Наркотики. Шприцы, потому что лежат, я так подумал. Оружие нельзя, даже вынимай пулемет. Так, бритвы, финки. Газовая плитка. Мессер, газовая плитка нельзя. Камеры нельзя, ничего нельзя, даже походу нам не сюда. Куда ты маузер засунешь? А? Маузер ты куда засунешь? Или по ней машину положим? Маузер что? Почему-то туристам выдают такие немодные хиджабы цветные, а они ходят в модных, в черных. Я уже про это говорила, но я считаю, это нечестно. Вход в мавзолей бесплатный. Я читала, что здесь есть гид англоязычный. Sorry. Here is for men, not for you. Тебе туда, наверное, идти, Даш. Тебе в то другое отделение. Come here. Now come here. За моей спиной находится ковер, казалось бы. Всего лишь ковер, а на самом деле это вход в мечеть. Только потолок и стены. Мы научились. Спасибо. 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 Не спасибо, а спасибо. 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 Come on. До свидания. До свидания. Ну, еще до свидания. Don't take a picture. Ну, последнее. До свидания. До свидания. Отлично. О, еще. Yes, of course, I'm so clever. На входе за нами увязалась девушка. Видимо, она здесь работает. И очень просила научить ее русскому языку. Ну, мы преподали, конечно, несколько уроков. Вот, так как я, в принципе, многими языками владею. Пошли, пошли, пошли. Ты что, Даш? Ты что? В Индии была, везде была, перейти не можешь. Не позорь, дядь Саня. Единственное, мы только матом не научили, а так, в принципе, она уже может даже разговаривать. Слушай, ну это прям вообще... Как он тут проезжать собирается? Глянь, мы там вообще сейчас не разойдемся. Глянь, машина едет прям вообще в притырочку. Мы гуляли по ночному городу, и Даша мне говорит, давай зайдем что-нибудь съедим. Я говорю, Даша, ну что мы съедим? Она говорит, ну конечно же гамбургер. И сейчас мы находимся в данном заведении, где их готовят. Александр вам нагло врет. Он меня затащил есть на ночь гамбургеры. Я не могу с ним вообще совладать. Не слушается меня. Дайте девочке совет, как его сделать, чтобы он слушался. Я хочу, чтобы он правильно кушал, хорошую еду, чтобы он был здоровенький, чтобы он был в хорошем теле. Но он меня не слушает. У меня еда как топливо. Топливо заканчивается. Я вот, знаете, как машина заглохнет, могу по улице идти и упасть. Поэтому мне нужно срочно что-нибудь съесть. А так как ничего больше не было, поэтому... Ну, приходится есть гамбургеры. На самом деле интересно попробовать иранский гамбургер. Мне кажется, всем было бы интересно. Что там у нас внутри гамбургера? Заглянем вовнутрь. Там есть хоть котлетка, интересно? Нету. Прикинь. Есть. Внутри. Внутри есть тоненькая котлетка. Ну? И большая-большая булка. Да. Ну, это дядя уже.
Колорит кафе. Я уже практически доел свой гамбургер. Но хочу сказать, что ничего особенного в нем я не увидел. Не очень вкусный. Зашли на территорию какого-то комплекса. Здесь снимают передачу. Называется «Сельская жизнь». Там прям самостоящий фильм, грим наводят, сидят актеры. Мы гуляем сегодня по ночному городу, потому что иногда ночной город красивее даже, чем дневной. В последнее время мы только делаем, что гуляем по ночам. Потому что днем мы едем почти всегда. Дошли с Дашей до какой-то крепости. Я сначала подумал, что у меня оптическая иллюзия. Оказалось, что действительно у этой крепости одна башня заваленная. Выпросил у Даши мороженое. Это мороженое, как они сказали, их местное. Какой город, Даш? То мороженое, которое я ел, вот это шираское мороженое, было просто офигенно вкусное, и оно тянулось прям как ириска. Даша завредничала, не захотела себе покупать, но все-таки чуть-чуть у меня откусила, говорит, что ей тоже понравилось. Да, Даша? Да. Даша, куда ты меня завела? Молитвы летят в небо. Вы видели вот такую бутылочку, и в ней живет маленькая-маленькая рыбка. Интересно, если мы ее в машину с собой заберем, она доедет с нами до Воронежа? Как вы думаете? Сто... 10 тысяч туман. 100 тысяч получается? 100 тысяч реалов. Да. 100 тысяч реалов. Она будет big fish? Big fish, no big fish. No? It's small. Маленькая, так и будет маленькая. Но она, наверное, у нас даже вода будет, разольется в машине. Я думаю, она погибнет. Вот на жаре где-нибудь оставим, придем, а там уха получилось. Даша зашла еще в один магазинчик. Оставим опять на какой-то площади. Тут повсюду мечети. Смотри, она какая-то такая. Пулеш перед тобой похож. Даже как думаешь, мы дойдем вообще до машины? Да. Почему? Мы уже сколько бродим здесь по закоулкам в ночи. Здесь не так страшно, как в Индии. Тут очень тихо, и все уже спят. Кстати, в Индии в это время уже тоже все давно спят. Только кошечки. Тут не собаки, а кошечки. Грозы какие-то, да?